Что-то Федя недовольный. Федя, почему ты недовольный? Федя? No pain, no gain. Пока ничего не могу рассказать про интервальное голодание, потому что у меня эксперимент только второй день. Вот, хотя бы дней 10. Я вам могу что-то сказать, пока мало информации. Аня, ты делаешь скульптурный массаж лица? Нет. Я грудь не в Москве делала, я грудь делала в Владивостоке. Клиника Накамурова 7. Пичугин, врач. Самое-самое. Федя, надеюсь, ценит. Ты его искренне рада за тебя. Ты один из лучших блогеров. Конечно, мы друг друга ценим и любим. Спасибо большое. Лучшая пара, спасибо. Тренировки 3 раза в неделю. Та-та-та. Любимых духов нет. Все... Не знаю. Нет любимых духов. Все сладенькие, все вкусненькие люблю. У вас нет проблем с своими ногах? Нет. Какой размер джинс Зарова носит? 38. Я специально покупаю побольше, потому что мне нравятся свободные вещи. Кноп. Дай совет, пожалуйста, как полюбить себя. Зай, дай совет, как полюбить себя. Вот так, Федь... смотрите в зеркало. Не-не-не, подождите, Федя вам 100% совет даст. Сейчас он вам расскажет. Итак, все хотят что совет. За фильтр, блин? Ты что, без фильтров не можешь выходить, понимаешь? Мне нравится. А вот выйди без фильтров. Покажи подписчикам себя настоящую. Пожалуйста. Ну, так просто темно, там какой-то свет давал. Покажись. А что ты вспышку не включила? А как я тебе вспышку на прямом эфире включила? Нельзя? Нет. Ну дай совет, как полюбить себя. Жрать шоколадки по ночам, все правильно? Довольная морда моя! Ну что, ты доволен? Ты доволен? Ну скажи, ты доволен? Ты не выключил фильтр. Или треть. В смысле не выключил, если вот. Нет фильтра. Вот фильтр, Федь. Вот фильтр. Вот нет фильтра. А что у тебя, как будто у тебя Nokia? Потому что темно. Сосочки свои спрячь. Секси тобой. Зай, ну ты дашь совет-то, нет? Какой совет-то дашь? Ой, напрягается-то как. Не напрягалась. Ну, совет можешь дать, нет? Да, блин, не тяни волос, зай! Да что ты хочешь от меня? Совет. Отстань. Знаешь вообще что? Я им не советчик. Вот вниз, давай, что там написали? Подожди, ну зачем ты так? Что ты не уважаешь моих подписчиков? В смысле? Я уважаю каждого твоего подписчика. Мне. Я вот поэтому хочу с ними пообщаться. Так там люди-то уже ждут, как те, которые написали, уже вышли с эфира. Не, ну подождут. Ты смотри, ты пьешь? Итак, сейчас я вам расскажу про эти фотографии, которые с прыщами. Значит, у меня была чистка. Мне сделали чистку, пилинг и все такое. И мне нельзя было день краситься. Вот, поэтому вот эти фоточки гуляют. А кожа у меня, ну, нормальная. Обычно. Ну, нормальная. Делала Рину? Нет. Кого? Нос у меня свой нос. Ты Ирину делала? Так, какой у тебя рост? 173. Можешь мой сосом смеяться за эфиром? Это 18+. А убери ты меня, не показывай, я не хочу. Ну, Анит, ё-моё, блядь, ну что? Ну, серьёзно же говорю. Анит. Не хочет сниматься. Тренировки буду выкладывать. Двигайся. Сейчас буду снимать утром. Вот, в 7:30 буду ходить в зал, и утром буду вам снимать. Угу. С чем будешь носить новый пиджак? Не знаю, пока купила, висит.
А не то, что делать, если у меня есть двое детей, муж гуляет по ночам. Ужас, какой кошмар. Что, нахуй послать его? Вот именно. Они-то как ты, как настроение? Да вроде ничего. Стоит ли встречаться с женатым мужчиной? Нет. Федя, она и без фильтра красотка. Понятно? Ты долго будешь в этом? Нет. Так. Конечно, нет. Федя, по-моему, всегда с недовольной физиономией. Да нет, он устал просто. Попью, так, пью ли я сотрет? Больше не пью, пропила его полгода. Пить его только по назначению врача. После этих таблеток нельзя беременеть год, поэтому очень аккуратно, девочки. Реально? Да. А если забеременеешь, что? Не очень хорошо. Давай не тут будем разговаривать. А что, ты скрываешь, что ты подписчик? Я не скрываю, ну, просто вот я не собираюсь вопрос. Сейчас беременеть. А я подписчик твой, сейчас зайду к тебе в эфир и буду писать то же самое. Что будет, если выпить сотрет и забеременеть? Ну, вообще, если ты эти пьешь таблетки, то нужно планировать беременность. Ну, как бы, если забеременеешь, то нужно определенные таблетки тоже пить. Не есть хорошо. Как тебе интервальное голодание? Только второй день сижу. Поэтому пока очень легко. Когда утром просыпаюсь, не чувствую какого-то голода, слабости. То есть энергии очень много. Вот, поэтому как пойму, расскажи обязательно. Как мой котик? Котик мой поживает хорошо, живет с квартирантами, все у него прекрасно. Вы проверяете телефон друг друга? Нет. Зачем? На царапину только. Очень нравится твой стиль. Спасибо. Вы слышите, кто у нас поет? Это Витя поет. Как привыкли к так нарожденным ресницам. Чё? Нет, подбородок не кололо. Вы такие милые, зачем ругаемся? Зачем? Мы не ругаемся. Не ругаемся. Вам кажется. Ювидерм. Филлер. Видерм. Русый. Не ревнуешь, если Федя ставит лайки другим девушкам? О боже, какой кошмар. Вот пидор, блядь, руки ему оторвать за это. Зачем так жестко? Кретин, блин. Вы скажите этому Феде, чтобы не ставил больше. А то мы ему яйца отрежем. Да, нет? Ладно, все, ребятки, спокойной ночи вам. Спасибо за эфир, будем выходить чаще, а то мы что-то про вас забыли. Да, Федя? Вот, а вы... Прочитайте его последний пост и мой пост, и поставьте нам лайки. А в чем мой последний?